Француженки, англичанки, русские задают вопрос. Как вы думаете, можно ли хреном дуб сломать? Англичанка, нет. Француженка, нет, конечно. Русская, а почему бы и нет? А ну-ка, обоснуйте. Если хрен дубовый, а дуб хреновый, а почему бы и нет? А нахрену ведро на пятый этаж затащить? Англичанка, нет. Француженка, нет-нет, что вы? Русская, а почему бы и нет? Если хрен стоячий, а ведро дитячее, а почему бы и нет? Ага, а 100 раз женщины за ночь? Англичанка, нет, конечно. Француженка, нет-нет, что вы? Русская, да запросто. Если ночь полярная, а девчина гарная, а почему бы и нет? Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. И не только. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.